Сиська не дыричка, этишка не миличка. Как же не любила ты читать книжки, но внезапно оказалась у тебя великолепный мануал голубя. Конечно, стала ты любить читать и быстро эволюционировать. Да, эй, начинай читать быстрей. Да, эй, станет скоро веселей. Коли нету черепа, будешь так немерено. Смерти медленной своей грустной участи друзей. Был бы тот кинжальчик, все бы стало ярче. Добрый день, дорогие друзья, с вами я. Сегодня я не на своем аккаунте, потому что я зашел через mCreator, но это не так важно. Рассматриваю очень быстро изменения данной версии. Так, первое, что я хотел бы вам продемонстрировать, это горячая клавиша. Теперь вы можете открывать энциклопедию по горячей клавише. В данном случае это у нас L, конечно же, ее можно поменять, но у нас пусть будет L. Вот, энциклопедия открывается на букву L вместе с достижениями, но, видимо, у нее более высокий приоритет, это не важно. Кроме того, как вы могли заметить, довольно-таки неплохо она выглядит. Блин, ладно, нельзя судить книгу по первой странице, она, это первая страница ублюдская, но вот здесь она уже выглядит довольно неплохо. Все эти страницы уже выглядят так, ну, нормально, что-то интересное нарисовано. В общем, будем представим, что эту книгу писал сумасшедший ученый, он нарисовал различные картинки. И мы, конечно, их можем разобрать, если наведемся на этот значок. Вот. Это сделано для того, чтобы в будущем перевод был более легким, более простым. В общем, да, все те самые разные страницы, которые вы могли раньше видеть, теперь они вот в таком образе изображены. Вы можете все посмотреть, любые крафты, посмотреть хоть что, все что угодно посмотреть. Несмотря на то, что теперь есть специальный бинт для того, чтобы открывать эту энциклопедию, мы все-таки... Точнее, я все-таки оставил ее крафт. Тому, кому неудобно нажимать на кнопку, я не знаю, ну, вдруг такие люди есть, вы все же можете скрафтить эту книжку и открывать ее вот таким вот образом. Это, в принципе, тоже неплохо. К тому же, когда вы открываете именно печатное издание, как вы видели, сейчас смогли заметить, открывали специальные рецепты. Так что, да. Изменения коснулись не только вот этой книжки, но и всех мануалов аномалий. Во-первых, у них изменена текстура, как вы можете заметить. Теперь они более черные. Ну, это можно понять, почему они более черные, потому что внутри они все черные. И вот так вот они выглядят. Тут немного все съехало, это, конечно, плохо. Но это просто ужасно, ладно, я не могу сказать иначе. В общем, вот. Вот так вот выглядит у нас теперь мануалы аномалий. Здесь можно посмотреть имя аномалии, можно посмотреть ее приколы, можно посмотреть характеристики. В общем, все-все-все как раньше, но теперь это более удобно и красиво выглядит. Вот, могу все-все продемонстрировать. Вот так вот это выглядит теперь. Если вы не помните, я на самом деле уже сам не помню, как выглядят старые мануалы, потому что довольно-таки давно их сделал, я сейчас мучился вон с той штукой. Вот. Ну вот, все очень красиво теперь и очень прекрасно, да. Итак, следующее, что мы добавили, что я добавил? Почему я говорю «мы»? Неважно. Следующее, что я добавил, это специальная возможность. Я о ней, если честно, сам не знал. Зашел на вики по лоботомии, прочитал, и там, оказывается, у нее, у брони есть специальная возможность, что вот этот вот эффект, токен дружбы, должен восстанавливать больше ХП, если у вас есть вот эта броня. Поэтому я, конечно, добавил это и сюда. Вот так он восстанавливает ХП без брони. По одной половинке за несколько секунд. Теперь давайте попробуем надеть броню и посмотрим, что случится. Теперь он восстанавливает больше ХП. Да. Как вы видите, все работает. Специальная особенность этой брони. Вот это работает. Следующее, что было изменено, это система... схождение с ума. Как вы видите, я сошел с ума. И у меня СП 3. Не как в прошлые разы, постоянно на нуле. Теперь система работает так же, как в лоботомии. Пока меня никто не спасет, никто не побьет меня белым уроном, у меня СП не восстановится. Но также был добавлен такой предмет. Кинжал раскаяния. Он наносит урон, белый урон себе. И таким образом мы сами по себе можем скрафтить эти кинжалы. Если у нас есть, ну,
«Аномалия. Один грех и сотня благих деяний» и восстановить себе СП, если вдруг вы сошли с ума. Но пока что в этой версии нет таких сильных, дамажащих по белому аномалий. Я, конечно, не проверял, потому что у меня нет, как бы, друзей, которые могли бы мне помочь проверять, но... Скорее всего, если вас будут бить белым, это будет работать точно так же, как и вот, как и этот кинжал. Вы будете восстанавливать. Ну, вот сейчас что-то визуальный баг. Он показывает не только девятку, но и двадцатку, но это нормально. Это только визуально. Следующее, что было изменено, это вкладочка. Как вы помните, раньше все яйца спавна модовых были, ну, здесь же, где и стандартные яйца спавна, но теперь для них есть отдельная папочка. Ой, папочка. Вкладочка. А еще у них теперь нормальные названия. Помните, было раньше ГДЕ, там всякие разные ерунда, которую непонятно было разбирать. Теперь все аномалии были названы правильно. Ну вот, как вы видите, очень много, очень большое название, но при этом правильно, по крайней мере. То есть это я исправил. Следующий моментик — это вот все ПЕ-ячейки и ПЕ-паки у нас были изменены на 3D-текстурке. Ну, вот так выглядит ПЕ-пак, то есть просто коробочка. ПЕ-бокс выглядит как просто коробочка. ПЕ-пак выглядит как две коробочки. И большой гигантский ПЕ-пак, ну, это есть пока что только у птицы правосудия, он выглядит как три коробочки. Вот. Следующий моментик. Я убрал отбрасывание всем мобам. Ну, всем, не всем мобам, всем мобам этого мода, потому что в лоботомии аномалии не имели отбрасывания. То есть мы с ними деремся, они никак не отбрасываются. Поэтому и здесь, в Майнкрафте, они будут неотбрасываемыми, так сказать. Ну и к тому же так битвы с ними станут хотя бы немного посложнее, потому что сейчас от них убежать вообще не составляет никакого труда. Может быть, потом это еще будет оптимизировано, но пока что это так. И еще, самое интересное, до этого... У нас было так, что яйца, ну, из-за какой-то ошибки, яйца вообще стали бессмертными, но теперь, если мы их убиваем, они исчезают. Ну, это нормально. Их все же невозможно убить руками, но если мы их пропишем килл через консоль, то теперь они смертны. Вот это вот оружие, я Aspiration. У него специальная атака до этого была немного неправильно прописана, и у нее урон был, ну, такой же, как у самого оружия, то есть 6-10, это довольно-таки мало. Теперь вот эта специальная атака наносит намного больше урона. Этого все же недостаточно, чтобы убить их, видимо. Так, и еще немного информации, которую я не смогу доказать, показать как-либо сейчас. Просто скажу, что до этого яйцо... вот этой девочке со спичкой могло деспавниться. Теперь же оно не может этого делать. Исправление, скажем так. И мне писали, что ОГИСБД, то есть один грех сотня благих деяний, спавнился просто так в мире. Теперь он не должен спавниться. Я надеюсь, я все починил и все правильно работает. А теперь один из самых интересных моментов. Это у нас Judgment Bird и бешеный Judgment Bird. А теперь у них немного другая моделька. Теперь он выглядит вот так замечательно. Просто превосходно. Но по сравнению с моей облезлой курицей, это просто великолепная моделька, скажем так. А за модельку большое спасибо TP-Mod, я не умею в английский, в общем. А ссылка на ВК я оставлю в описании, а также я оставлю эту ссылку в комментарии. Вот. Так что да, теперь у нас вот такие новые модельки у птицы правосудия. Вот, специальная атака тоже имеет новую анимацию, как вы могли заметить. Это все, мои дорогие друзья. В этом видео я обозрел то, что было изменено в версии 0.2.1. В следующей версии я планирую добавить русскую локализацию, потому что сейчас я ее вообще убрал, там было очень криво все. Были названы вообще все неправильно сущности. Поэтому в следующем обновлении я добавляю локализацию и исправляю баги. Если вы еще какие-нибудь баги находите, пишите, пожалуйста. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Значит, так быстрей, да, эй, станет скоро веселей.
черепа будешь так немерено смертью медленной своей грустной участи друзей. Был бы тот кинжальчик, все бы стало ярче. Да-ха! Да-эй! Да-эй! Начинай читать быстрей! Да-эй! Да-эй! Станет скоро веселей! Хоть и нету черепа, будешь так немерено смертью медленной своей грустной участи друзей. Был бы тот кинжальчик, все бы стало ярче.